Сукхам айндрихакам датья, дехо йогена дехинам, сарватра лабхате ясмад, ятха дукхам аятнатаха. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told, nothing is permanent in this material world. All temporary. Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что нет ничего постоянного в этом мире. Все временно. Любое количество денег, охраны, образования или каких-то знаний, они не спасут нас. Мы все равно будем вынуждены оставить этот мир скоро, и поэтому мы должны действовать соответствующим образом. Можно вспомнить, Джехи санспарса джабхогаха дукша джамем евате адьянта вантипантиро но тишу рамадевата. И те, кто по-настоящему разумны, они никогда не стремятся к материальному наслаждению. Все это не вечно, это главное. И вот мы говорим о санкхья-йоге. И в санкхья-йоге она также называется Пракрити Пуруш Йога. И что это значит Пракрити Пуруш Йога? Это значит Пракрити — это природа. В Шри Чайтанья Чаритамрите уже описывалось. И Пуруш, значит, есть два вида Пуруши. Это Параматма и Дживатма. Параматма — это сверхдуша, сам Верховный Господь Шри Кришна в форме Параматмы. Кхирадакашай Анирудха Вишну. Он находится внутри всех живых существ, любых творений. Параматма, сверхдуша, она пребывает везде. И дживатма. Дживатма значит эти маленькие духовные сущности, энергия. Они постоянно перемещаются по всем этим 14 мирам, и они потом принимают прибежище в теле, рождаются в каком-то теле согласно своей карме, последствиям своей кармы. И вот согласно карма фалу, плодам своей кармы, такие живые существа, они рождаются, умирают в 8 миллионах 400 тысячах форм живых существ. Но никто этого не понимает, и это действие майи. Многие могут говорить, но осознать это совершенно другое. Без осознания мы видели в нашей жизни какие-то большие ачарьи, они падают, которые имеют тысячи учеников. И у нас нет права критиковать. Мы должны думать так, что может майя, она очень довольна той личностью. И поэтому она... А, и поэтому по влиянию майи этот человек пал, и
может, из-за влияния Майи мы завтра пойдем, поэтому мы не должны критиковать никого, но все же мы должны говорить о правильных вещах. Эти важные вещи мы не можем избежать, если даже люди будут против нас. Это не критицизм. Это указание Шри Чайтаньи Махапрабху. И вы уже сказали, я уже сказал, что это практически невозможно обрести настоящего саду в Кали-югу. Они есть, но они очень редки. И саду они очень редко, и поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, он сам явился здесь в форме саду, гуру и вайшнавы. Он показал нам, как следовать и как достичь той высшей цели. О чем я говорил? О Пракрити Пуруш Йоге. Пракрити – это и природа. Махапрабху уже, говоря с теми майвади, он и с Сарвабхаума Бхаттачарьи, он обсудил все это. Внутреннее значение. И Махапрабху, он дал такой пример, подобно тому, как кусок железа, если поместить в его в сияющий горящий огонь, то можно увидеть, что этот кусок железа, он принял качество огня. Он также раскалился и так стал похожего цвета. И в то же самое время, если мы вынем этот кусок железа из огня, то он будет раскаленный и может что-то поджечь или прожечь. В Айурведе есть какие-то препараты, которые которые обретают свою силу, если положить их, развести с водой и в эту воду окунуть пруд железа, раскаленный до красна. Но у этих, у куска железа нет способности раскалить какую-то жидкость с водой, и только потому, что он был в огне. Он обрел качество огня и стал подобным огню. И поэтому он сияет, раскаленный, он сияет. И вот это как бы его одно из качеств. Но какова процедура, чтобы обрести это качество, как это творение получилось здесь? Я говорил примеры с какой-то Пураны про Чатушванов. Вот эти четыре кумара, они спросили Брахму, как это возможно, что читта – это подобен магниту, любые вещи в материальном мире, они привлекают. Чит-то это что-то подобное зрению, которое видит вещи, получает впечатление у них и передает дальше в ум. Это автоматически происходит. Мы принимаем просад, например, без нашего знания. То, что мы едим, оно переваривается. И как это автоматически происходит? Мы ни каких усилий к перевариванию пищи не прилагаем. Мы просто едим, она автоматически переваривается. И вот чатушваны, они спросили у Брамы, как это возможно, что
внутри читы материя приходит. И эта читта, она привлекается к этой материи. Почему? И вот они спросили, как это возможно, что читта, она привлекается материей, и материя входит в эту читту, чтобы, ну, как бы входит в ум живого существа, в материальный ум. Поскольку если рассматривать трансцендентный ум, то там нет места для материального, но согласно психологии, психологи говорят, что ум никогда не может быть пуст. Это невозможно сделать ум полностью пустым. Даже если человек будет находиться в каком-то изолированном месте и будет пытаться ни о чем не думать, то все равно такого абсолютного отсутствия мыслей, вакуума не будет. И также через йогу можно пытаться выгнать материальные мысли из нашего ума, но ум, он никогда не может быть абсолютно пустым. Некоторые достигают нирвикалпа самадхи, но это другое. Но обычно ум никогда не может быть пуст. Можете пытаться снова и снова как-то изгнать из ума материальные мысли, но все же, только тогда, когда вы получите полную милость Гуру Вайшнавов, то тогда вы сможете избавиться от материальных мыслей, заменив их трансцендентными. То есть мы знаем, что мы что-то не должны делать, но не можем удержаться, и это главная проблема. Мы знаем, что мы не должны что-то делать, но иногда это нечто, оно привлекает нас, и такие люди не могут сдержаться. И этот вопрос был задан Арджуной Кришне, но я попозже буду говорить о нем. И вот читта и вишой, как возможно? Постепенно. У читты есть способность что-то захватить, подобно магниту. Материальный ум, читта, они все материальны. Когда мы совершаем баджан, мы можем возвыситься до какого-то уровня, то тогда наш ум, он уже не материален, потому что этот ум, он полон суждения, совершенного суждения, как совершать служение. И когда кто-то спрашивает вас или меня, я всегда думаю о том, как детально, точно ответить, но иногда времени не хватает. И этот вопрос, который вот вы спросили, это, для этого нужно отдельное время, чтобы ответить. Это достаточно долгий вопрос и долгий ответ. В этом материальном мире так много проблем, и как мы можем принять какое-то решение? Тот, у кого есть совершенное суждение, таких личностей редко можно найти, но одно, я могу говорить об этом в следующий раз, но одно я хочу сказать, когда вы спросили меня, то есть кто-то вот ведет семейную жизнь и с проблемами встречается на каждом шагу, и что делать? Что хорошо, что плохо, что делать, что не делать? Кто-то задал такой вопрос, как в нейтральном положении находиться. И вот, но сегодня я хочу привести
пример. И вот одно, если вы достаточно зрелы на пути бхакти, если вы получили милость Гурудева, то тогда все, что вы думаете, то, что вы делаете, вы должны думать на основе того, что это бхакти или нет. И то, что мы делаем, это будет ли служением Шри Прабхупаде, Бхактивинода Тхакуру или Верховному Господу. Мы должны думать о том, при принятии каких-либо решений, мы должны думать, будет ли это служением Верховному Господу, Шри Прабхупаде или Шри Бхактивинода Тхакуру. То есть это должно быть мерилом всей нашей деятельности. Я могу пример привести. Если вы разумны, вы поймете. Джаджати. И его сын был Пуру, Яду и прочие сыновья. У него было несколько сыновей, я приведу пример, чтобы вы поняли. И когда Джаджати был в опасности, поскольку отец, зять точнее, проклял его, чтобы он стал, состарился, он из-за этого проклятия быстро состарился и не мог наслаждаться своей жизнью. И он пошел извиняться и спросил, какое благо я от этого проклятия получу, поскольку твоя дочь – это моя жена, и какое благо я получу от твоего проклятия? Можешь ли ты объяснить мне или отменить свое проклятие? Нет, как я проклял тебя, так и будет. И она, это совершенно, я не буду ничего менять, но я могу подсказать тебе, поскольку проклятие не может уйти просто так, оно будет на тебе. Но альтернативу могу предложить, какая ты можешь поменять свою старость на чью-либо молодость, если кто-то согласится, конечно. И Яяти тогда сказал «хорошо». Он вернулся домой и рассказал, и попросил всех своих сыновей, можете ли вы поменять свою молодость на мою старость? Они сказали «нет». Только Пуру был готов, но Яду был не готов. А, это первый сын Яду, он был старшим сыном, ты должен думать о своем отце. Я еще не... То есть он, аргумент его был в том, что он недостаточно наслаждался, и вот старость внезапно пришла. Ну, Махарадж просит показать хоть одного человека, который бы удовлетворился какими-то материальными наслаждениями. То есть некоторые люди спускают много денег. Вот кто-то там рассказывал, что какой-то человек с Эмиратов 65 миллионов за одну ночь спустил. Есть много сумасшедших людей, которые, несмотря на то, чем бы они наслаждались, они не удовлетворяются этими материальными наслаждениями. И вот Яду был честным человеком, и он не был готов на такой обмен. И вот он опечалился, когда старший сын ему отказал, он второго спросил, третьего, те тоже отказали. Потом очередь Пуру пришла, он сказал, да, я готов. И вот мой вопрос к вам. Почему тогда в Бхагаватам, в 10-й песне,
описывается, что Яду, он самый лучший из династии Яду, он великолепен. Если он не следует указаниям своего отца, почему его называют наилучшим? Но все же много обвинений в адрес Яду кто-то приводит, но в Бхагаватам говорится, что Яду он лучший из дармавидов. И как это понимать, если был он дармавидом, он бы слушал отца и следовал его просьбе, но почему в Бхагаватам так говорится? Единственное, о чем думал Яду, Вишванат Чакравати и прочие говорят, Яду, он принял такое решение, он был вынужден принять такое решение, поскольку Яду не мог служить Верховному Господу. Если Яду бы принял пожилой возраст своего отца, он бы стал просто старый и не мог бы служить Верховному Господу из-за ограничений пожилого возраста. И вот то, что мы делаем, мы должны делать то, что благоприятно. Если вот, например, решили служить Кришне, то должны служить. Но мы имеем независимость и можем делать все, что хотим. И если и вот шлока, с которой я начал, у нее есть связь с Бхагавад-гитой, поэтому я произнес эту шлоку в начале. Почему? Прохлад Махарадж говорит, и вот он говорит своим друзьям, о, мои друзья, Shukham Indriya Kam Daitya Deho Yogina Dehinam Sarvatra Abhati Yatma Yatha Dukham Ayatnataha. Without any care, automatically you are going to get some друзья, pain, без каких-либо просьб, без молитвы вы получаете проблемы, боль в своей жизни. Но никто из вас не молится Верховному Господу об обретении каких-то проблем. Только Кунти молится Господу, чтобы Он послал ей побольше проблем. Ну и никто, кроме нее. According to your past karma, automatically you are going to get some results. Karma, вы получаете определенные результаты. Это автоматически происходит. И вот, думаете или вы не думаете, но это приходит. И та шлока, с которой я начал. И те, кто по-настоящему разумны, они никогда не стремятся к наслаждению чувств. Будьте внимательны. Это первое. Перед тем, как изучать Гиту, это мы должны принять и осознать в своей жизни, иначе изучение Гиты будет бесполезно. Перед тем, как оставить это тело, мы должны возвыситься до такого уровня, на котором мы будем чувствовать, что нет, что никакие материальные вещи не принесут нам никаких беспокойств, никакой боли. То есть мы должны достичь такого умиротворенного, непоколебимого состояния ума. И вот сейчас я начал с того, что как это возможно, что читта и
и материя, как они, как одно входит в другое, как чита привлекается материя и как это происходит, поскольку материальная чита, чита, она материальна. Мы не Радхарани, это Радхарани, она только говорит, что мой ум, он Вриндаван и не отличен от него. Это слова Радхарани. И с сердцем полной боли она говорит так, что мой ум — это Вриндаван. Хотя мы совершаем баджан, но и чем больше мы прогрессируем в харинаме относительно качества, если мы сможем произнести трансцендентные звуки харинама, то мы почувствуем, что все остальное бесполезно. В тот момент, когда вы почувствуете при повторении харинама, что не нужно тратить время ни на что другое. И поэтому Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: «О Удав, кто разумен по-настоящему?» Кто по-настоящему разумен? Здесь не говорится о том нектаре, который есть на Кумбхамеле. Я за всю свою жизнь ни разу не был на Кумбхамеле. Я не заинтересован тем, что происходит там. Шрила Прабхупада, он тоже никогда не посещал Кумбхамелу. Но кто-то из наших гурваги, они едут туда для проповеди. И те, кто по-настоящему разумные среди них, тот разумен, кто думает о том, что он может посвятить свою жизнь ради бхакти и пытаться получить какой-то нектар. Поскольку так или иначе это тело, мы будем вынуждены его скоро оставить. И вот, вот за это короткое время очень важно, Удав, пытайся понять вот эти слова. И И вот если кто-то готов обрести амриту, он будет использовать ум, тело, энергию, деньги, образование, знания, все для того, чтобы обрести эту амриту, нектар. И Бхагаван Шри Кришна говорит, что такой человек по-настоящему разумен. You are also intelligent according to your own estimation. He is also intelligent according to his own estimation. И многие думают, что они очень умны, согласно их собственным представлениям. Но кто по-настоящему разумен и умен? И вот чита и вишва — это все материя и это. И они взаимодействуют друг с другом, вот как ум, он сравнивается с космосом. В космосе так много планет и звезд, и наш ум, хотя
материи там, как бы, кто-то может утверждать, что нету. То есть материи, может быть, в грубой форме не быть, но в тонкой она, несомненно, там есть. Поскольку вы здесь, вы думаете о деньгах, о собственности вашей, о хозяйстве, о прочем, прочем, но внешне можете вы сидеть, заниматься йогой. Но внутри вашего ума может быть материя, и от этого не спастись. Поэтому материя, она в вашем уме есть, но в тонкой форме. Если не в грубой. И будьте уверены, что те возвышенные души, великие саду, они могут эту тонкую материю в вашем уме могут показать его. Они могут видеть. Но те возвышенные саду йоги, даже вайшнавы, они никогда не стремятся к такому йога-вибхути, но это автоматически происходит. Как Махапрабху, когда он хотел отправиться во Вриндаван, Нрисимхананда, он хотел он сделать всю дорогу до Вриндавана очень мягкой, чтобы Махапрабху шел без каких-либо беспокойств. И вот он хотел эту дорогу украсить прудами, цветами и прочим, чтобы она была буквально трансцендентной. И Нрисимхананда был успешен в своем таком умственном деле до Бихара, до Каная Начала. И вот после этого он медитировал на это и никак не мог дальше сделать, а что случилось, почему? Он сказал, что я уверен, Махапрабху во Вриндаван этот раз не пойдет, поскольку мой ум дальше не хочет продвигаться. Мой ум застрял вот в Канае вначале. Почему? И поэтому я уверен, что Махапрабху не идет во Вриндаван в этот раз. И действительно так и случилось. Махапрабху дошел до Канае Началы и назад вернулся. И это вот возможно так. И можно вспомнить случай с Ядувамши. Самбу был, значит, эти мальчики из Ядувамши, они играли и переодели одного мальчика, Самбу его звали, беременная женщина, и пошли к Риши и Муни пошутить над ними. И вот они пришли и спрашивают, кто же родится, мальчик или девочка. То есть они нарядили его беременной женщиной и пошли спрашивать. И Риши Муни разгневались и сказали, что вот он родит кусок железа, который станет причиной смерти всей вашей династии. И вот они обнаружили в этой одежде кусок железа и пошли на Сударава Сабху к Кришне и рассказали всю историю, что мы вот играли, подшутить решили над Риши Муни, они прокляли нас. Но это по милости Йога Майи случилось. И вот они сказали Куланашак Мушал, то есть они ответили, что родится причина вашей смерти. И раньше браманы, если они кого-то проклинали за какие-то действия, браманы гневались на таких людей, они проклинали. Если они говорили, что человек станет прокаженный, он очень быстро становился прокаженным. Так их слова, они так материализовались. Харидас Такур, он никогда не проклинал вот Гопалдаса, который
его оскорбил, но он стал прокаженным, несмотря на это. И вот суть в том, санкья-йога, и мы должны понять ее основы. А если мы не поймем, то наше изучение Гиты будет бесполезно. И как это возможно, что Пракрити — это материя, и Пуруш — это Четан, сознание. И этот материальный мир, он бесполезен без этого Пуруша. Понимаете? Без этого Пуруша, если Пуруша не было бы, то что толку? Атма Четана. Я уже в тот день говорил. Атма Васям Идам Сарвам. Атмана везде подобна пыли. И невозможно видеть ее. Она подобна... И до тех пор, пока вы не обретете это материальное тело, то вы не сможете получить результаты своей кармы, чтобы наслаждаться или страдать от своей кармы. Пусть это зависит от того, что мы делали. Если мы что-то благочестивое делали, то будем наслаждаться результатами кармы. Если нет, то, соответственно, страдать. Но если нету, то есть если не было бы Четана сознания, то мы не смогли бы принять это материальное тело. И как это возможно, что Пракрити Пуруш Йога почему люди думают, что что-то является объектом их наслаждения. Кармапал это из-за их кармы, плодов кармы, но когда мы пойдем, поймем санкья-йогу должным образом, это... Это подобно магии, как вот в Индии был какой-то фокусник. И вот он показывал фокусы, на перроне все люди вышли посмотреть, а он сделал так, чтобы поезда не стало. И вот люди хотели вернуться, смотря, поезда уже нет. Этот, как его, фокусник его исчезнул куда-то. И вот, ну если такие фокусники могут показывать такие искусные фокусы, могут очаровать нас, то... И смотрите, а у Верховного Господа есть майя, и поэтому все очарованы этой майей. Кто не очарован этой майей? Кто-то больше, кто-то меньше, но даже Шанкар Бхагаван не может сказать, что майя, она не затрагивает его. Шанкар Бхагаван, он
не может говорить так, поскольку Бхагават-майя, она очень сильна, и никто не может бросить ей вызов. И вот Пракрити и Пуруш, они вместе работают. И поэтому можно видеть в этом творении природа, она так гармонично происходит, природа и все явления, которые связаны с нею. Если вы можете почувствовать такое, то есть, если мы стремимся к какому-то наслаждению, то если посмотреть на объект нашего наслаждения, он просто сотворен из материи, из этих пяти первых элементов. Рупа Госвами Пад, он в Чайтанья Чаритамрите, он описывает, что в тот день, он говорит, когда я осознал, что такое бхакти, с тех пор я не у меня возникло отвращение ко всем материальным наслаждениям. И вот, вот Махарадж этот стих произносит. И вот в тот день, когда вы осознаете, что такое Кришна Бхакти, вкус ко всем материальным наслаждениям пройдет. Кто-то, например, жалеет, что ушел Гурудев, и что же делать? Но Гурудев, он в тонкой форме присутствует. Гурудев, он всегда есть. И вот такая концепция, она плоха. И поэтому можно вспомнить, что сейчас мы находимся кто-то в молодом возрасте, кто-то в пожилом, но это просто какие-то атрибуты. Кто старый, кто молодой, душа она вечная, это просто временные ее временные эти явления. Мы временно молоды, а кто-то временно стар, но кто сказал, что это так? Атма, душа, она никогда не стареет и не молодеет. Можете ли вы показать мне возраст души? Мы не можем видеть это. А эти настики, которые, у которых нет бхакти, Ринам Критва Хитам Пиве. Java Jivet, so long you are going to live. Enjoy yourself. Charvak Rishi speaking. Java Jivet, Sukham Jivet. Ринам Критва Хитам Пиве. I have no money. So what? You go and lend money and try to get key. И вот какие-то люди призывают к наслаждению. Даже если нет денег для наслаждения, то они советуют занятия и наслаждаться, поскольку все равно умрем. Это вот был такой человек, Чарвак, его звали, вот он всем советовал наслаждаться. Who can see? Who can realize? So useless. So enjoy yourself. After that, after you go to crematorium ground, if your body, you know, your dead body on the ground, then nothing going to come. Useless. Bhasmi bhutasya dehasya punaragamanam kuto. Wherefore you can come back? For short life you enjoy. But you see,
Смотрите, это качество, такие временные качества, это они просто временные. Что кто-то стар, кто-то молод, кто-то среднего возраста, это просто все временно. И вот постепенно с детства мы взрослеем, потом стареем, потом умираем. И все это связано только с нашим телом. Все это связано с материальным телом. Никогда мы не должны много думать об этом, поскольку если вы по-настоящему получите Гуру Крипу, обретете милость Гурудева, вы будете видеть душу, пребывающую в теле. И такая телесная концепция, она оставит вас. Вы не будете думать, как вот, кто-то мужчина, кто-то женщина, вы просто будете видеть душу, пребывающую в теле. Атма везде, и нету никакого недостатка в душах. Атма — это сарвасту, то, что везде пребывает. И нету также никакого недостатка в четанавасту. Нельзя показать ничего, что где бы не было этого четаны. Давно в Пуранах говорится, что те, кто эти холмы, в Пуранах говорится, они могли перемещаться, и Индра отрубил им эти крылья, чтобы они не перемещались никуда. Согласно Джавадхарме, Джавадхарма — это суть всех писаний, и вот там везде описывается, что в любом веществе, в любом предмете у них есть сознание. То есть оно может быть скрытое, может покрытое, может открытое быть. И как Махапрабху спрашивал у Харидаса, что делать вот тем холмам, деревьям и прочим кустарникам и растениям, то Харидас такого сказал, что когда ты повторяешь все эти имена, то этот звук распространяется и затрагивает их, и можешь слышать что-то подобное эхо приходит, а Харидас такого говорит, что это не эхо, это не отвечает тебе. Люди могут думать, что это эхо, но нет, они отвечают тебе, поскольку вот настоящий Харинам Кришна нам, он затронул им. Как я говорю, Харикатху здесь, и она может распространиться по всему миру. И вот в этой шлоке я немножко возвращаюсь назад к 16 шлоке, чтобы прояснить. И вот на ваш вопрос я тоже отвечу. Может, сегодня только затрону. Мы не можем указать на какое-то место, где недостаток сатвасту, сатвасту, но везде. И нет никакого
недостатка в сад и асад, но разница между сад это то, что вечно, а асад это временные, не вечные явления и предметы. Как, например, сейчас кому-то жарко, они ставят кондиционеры, чтобы они охлаждали воздух, кому-то холодно, они наоборот нагревают, то есть они пытаются решить такие временные явления согласно им, их желаниям. Но одно «но». А еще есть такая пословица, что предостережение, предотвращение лучше, чем лечение. Профилактика лучше, чем лечение. Кто-то вот, говоришь, очень богат, зачем мне предохраняться от чего-либо, если потом можно вылечиться, но гораздо лучше вести свою жизнь так, чтобы никакие болезни и проблемы они не затрагивали нас. И те, кто живут таким достойным образом, они не получают болезни, соответственно. И вот эта концепция, идея материальных людей в том, что если какие-то проблемы приходят, они пытаются их как-то решить, но они никогда не пытаются найти коренную причину всех этих проблем и несчастья. И вот люди не стремятся почему-то найти коренную причину всех страданий, а почему бы не найти ее, избавиться от этой причины и жить спокойной жизнью. Поэтому мы читаем Бхагавад-гиту. И те, кто по-настоящему ученые татва-виды, они всегда они видят души во всех живых существах, а такие временные явления, как жара, холод, почет или позор и прочие временные явления, они не придают им значения. И о Арджуна, пытайся терпеть это, ты должен привыкнуть терпеть это и достичь того уровня, где бы ты не чувствовал никаких проблем. Эта цель должна быть в нашей жизни сейчас, в этой жизни. Поскольку если наше тело умрет, мы опять будем вынуждены родиться. И вот вы спросили меня, я не мог более подробно ответить. Я отвечу, как тот или иной день. И вот меня спросили те, кто сражаются на войне, куда они попадут после смерти. И это долгая тема, я просто кратко ответил, но если они сражаются за правое дело, то на Курукшетре, например, на поле боя Курукшетры особый случай был, то есть те, кто погибали, они достигали небес, но это особый случай был. Если мы, например, работаем в армии, сражаемся за Индию, но в своей жизни такой человек просто грешник полностью, который сражается он за Индию, тем не менее. Но в этом случае гарантии никто не может предоставить, что такой человек рай достигнет. Нет, только
Я могу сказать, что те, кто сражаются за правое дело, они могут попасть не в рай, но в какое-то такое промежуточное состояние. Вот был Худи Рам Гош, ему 18 лет было, он пытался сражаться за родину, совершил ошибку какую-то, что-то там. Ну, в общем, его поймали и повесили. Но перед тем, как его повесить, этот и вот 10 минут до его повешения осталось, он сидел на стуле и пел. Он был патриот. И вот он пел какую-то песню о славе Индии. Вот слова такие: о, моя мать Индия, я по твоей воле поменяю сейчас свое тело и вернусь, чтобы служить тебе. И как можно сказать, что такой человек в ад попадет? В нашем уме должна быть мысль, если есть такая великая цель, может, она не совсем великая, хотя бы процентов на 20, ну или на 50 еще лучше, но в ад не попадем в этом случае. То есть, если мы сражаемся за какое-то правое дело, и такие люди в ад, как правило, не попадают. Это зависит, какая ситуация была, то или все, но на поле битвы Курукшетры там особый случай был. Те, кто все, абсолютно все, кто помирали, они сразу в ад попадали, в рай точнее попадали. И вот в 15-й шлоке Кришна говорит: и такие личности, они очень редки в этом материальном мире, но так или иначе, если они и есть, то, несомненно, они обретут этот нектар. Они достойнейшие люди, чтобы обрести амриту. Кто? Тот, чей ум умиротворен, кто никого не задевает ни страдания, ни наслаждения. И вот великие вайшнавы, они могут находиться в комнате богато украшенной. И завтра этот же вайшнав может жить в лесу с тем же чувством, сам, без различия к внешним вещам. Значит, атвагьяни, тут что сердце и ум не умиротворены. И это слово дир, мы говорим о том, кто по-настоящему дир, тот, у кого есть бхакти, без бхакти качество дир, полная умиротворенность и беспристрастность невозможно. И вот о Кришна Бхактах говорится, что у них есть такие качества. И вот Кришна сейчас говорит, что Параматма, вездесущая Параматма, и те дживатмы, они вайбав той Параматмы. Дживы Госвами говорит об этом, я уже сказал, что Татаска Шакти, она превратилась в Дживу Шакти. И более подробно, может, я в декабре более подробно буду говорить о Дживататве, в каком состоянии находится, откуда пришли они,
что в дальнейшем будет, какова их наивысшая цель. И вот в декабре, думаю, я смогу об этом более подробно рассказать о Дживататве. И вот о Арджуна, будь уверен. Вездесущая сверхдуша, кто сможет уничтожить ее, Хираньякашипу бросил вызов Прахлад Махараджу, где же твой Господь? Кришна говорит, что, но хотя Верховный Господь, Он всегда присутствует везде, но никто не может уничтожить Его. И вот Пракрити Пуруш Йогу. Мы должны осознать, и тогда все наше невежество, оно развеется. И таким образом Кришна постепенно говорит о Санкхья-йоге. Кто кого может убить? Атмана вечна. Только тело временно. И вот никто не хочет умирать. Почему? Поскольку смерть — это простое слово, которое мы используем, но нет ничего под именем смерти. Мы только используем это слово. Но смерть — это ничто. Смерть значит... То есть это просто изменение тела, а душа, она вечна. Поэтому не оставляй своих обязанностей, своего долга, пытайся поднять его с этого йогу, и это твоя дхарма — сражаться тикшатри. И это все правильно, это не адхарма, не какое-то беззаконие — сражаться во имя святого долга. Enam betti hantvaram jasto enam mannati hatam uhau tau na vijani to nayam hanti na annati. I already discussed. Na jayate niyateva kadachit nayam bhutya bhavita ba na huyo ajo nityo sashvatvayam purano na annati hanyamani sarire. Spirit cannot take birth. You cannot, because spirit is... Атма, душа, она не может родиться, поскольку она вечна, как можно говорить, что новые души рождаются, нет, а их уже бесконечное количество, и они вечны, и Кришна вечен. Они не рождаются и не умирают. Никогда в истории творения, и когда не было творения, все же дживатмы, они вечны, но когда не было творения, они в спящем состоянии, подобном комне, пребывали. Jivanti bhava viraya yagadandanatha Vishnara mahanaya iho yasu kalavishesho Gavinda madhi purusham tamaham mayami Mahavishnu yagatkarsa Nanyayajva srijati adaha Tashravatara evayam abdhita Mahavishnu in Karan Sagar In the Tvishnsa And in one lanku in here teeth
И вот в этой шлоке описывается Махавишну, которая пребывает в причинном океане, из каждых его пор выходят бесчисленные браманды. Кто может измерить его? Он непостижим. И вот, когда нет творения, это хорошо, но все же дживатма они есть, но они внутри Махавишну, в таком дремлющем состоянии. И когда новые эти новое творение начинается, и тогда Махавишну смотрит на Майадеви, и луч света исходит из его глаз и входит в лоно Майадеви, и это творение опять начинается, творится. Люди, мужчины, женщины, животные и прочие, они сотворяются. Если это все осознать, то никакая майя, она не причинит вам никаких беспокойств. Как Харидас Такур перед ним в Бинаполе, приходила проститутка к нему, но она не смогла ничего сделать ему, что говорит больше. Харидас Такур совершал баджану в Пули, сама Майдеви явилась к нему, она поклонилась ему и хотела проверить Харидас Такура, но ничего не смогла сделать. И после этого Майдеви сказала Харидасу, что я майя, я пришла, чтобы проверить тебя, но я побеждена. Но та причина, по которой я пришла к тебе, это получить харинам от тебя. Я хочу получить харинам от тебя. И Харидас Такур, он дал харинам самой Майадеви. Харидас Такур — это Брахма, даже двойной Брахма. Первый Брахма, который творит, а второй сын Ричикамуни, его имя Брахма. То есть один Брахма — это тот, кто творит, а второй — сын Ричикамуни. Однажды он, не помыв Туласи, отдал отцу, спросил, отец спросил, помыл ли Туласи, отец сказал, что не помыл, и отец проклял его за это, и он родился шудрой, вот Харидас Такура. И Прохлад, они все вместе в Ясадев Госвами и Кусума Випрасака, они оба явились в форме Вриндавандас Такур Махашая. Вриндавандас Такур Махашай, он, несомненно, в Ясадев, но не один. И вторая душа явилась друг Кришны, Кусума Випрасака. И вот таким образом и вот если ты убьешь кого-то, то тело, душу ты не убьешь, поскольку душа, она не подвергается шести видам викаров и трансформации. Первое, она не рождается, потом не, то есть какие шесть видов изменений? Мы рождаемся, существуем, и так постепенно и все должны от этого подвергаться этим шести видам викаров. Мы родились как младенец, выросли, стали взрослыми, потом начинаем стареть и умирать, и никто это не может остановить, и все проходят через эти шесть видов изменений. И к душе это не относится, ничего не... Мы не можем... Душа, она апрамея, непостижима. Никто не может сказать, что вот атма идет. Нет.
Мы можем, вот мы в душе могут быть какие-то качества, но на, за пределами всяких измерений. И в Упанишадах, в Катха Упанишад, говорятся такие слова о душе. This kind of concession also there in Kathopanishad. After that, in 21 shlok, I go back to clarify. В 21 шлоке говорится. Veda vinasinam nityam jap enam enam ajamabhayam katham sa purushaha partho kam ghatati huntikam. Who can kill whom? Кто может кого убить? Кто может быть убит кем-то? И это невозможно, поскольку душа, она вечна, она вечно существующая. В этой жизни она может принять форму мужчины, в следующую форму женщины и прочее. И мы должны следовать наставлениям Махапрабху и Шрилы Прабхупады, поэтому я очень строг. Я люблю, уважаю всех, но я очень строг. Почему? Поскольку я следую указаниям Шри Чайтаньи Махапрабху, ничто иное. У меня есть цель помочь вам достичь того уровня, и моя цель также помочь вам. Это моя обязанность, если мое поведение идеально, то я смогу это сделать. Но вы должны быть искренне и серьезно. Если вы не искренне, то я тогда не смогу помочь вам. Великие саду могут явиться в этот мир, чтобы помочь нам, но если мы не искренне, то мы не сможем принять их помощь. Навани гиннати наро пурани, татха сарирани вихаю джирнани, анняни саньяти навани дехи. Окей? Nice one. Васанте, I already told you, one torn cloth. И вот эту шлоку я уже объяснял о том, что подобно тому, как мы меняем изношенную, порванную одежду на новую, также душа меняет старое тело на новое. It is the order of Prabhupada. You cannot go for preaching. И вот и Шрила Прабхупад говорил нам, что на проповедь мы должны одеваться достойным образом. А вайрагья, отречение, оно должно быть в нашем сердце, и на показ не нужно выставлять наше отречение. Вайрагья, оно может быть в нашем сердце полная непривязанность. But don't try to show I'm great man, detached. Like one man was there. He wanted to. Как был один человек, он хотел соревноваться с Горки Шурдас Бабаджи Махараджем в отречении. Он глупец просто был. И вот на Кулии он. Где-то поблизости. Построил жилище свое и гордился тем, что пил воду из черепа. Потом люди поняли, что просто какой-то глупец, а у Гурги Шрадас Бабаджи Махараджа его отречение, оно естественно. Нельзя сравнить отречение Гурги Шрадас Бабаджи Махараджа ни с кем. У нас нет права даже сравнивать отречение Рагунатха Дас Бабаджи Махараджа с кем-то. Но когда Шрила Прабхупад говорит, в жизни моего Гурудева Парамхамса Горки Шрадас Бабаджи Махарадж я видел отражение той вайраги, того отречения, у которого было у Рагунатха Даса Госвами.
но это другое. Все отречение Рагхунатха Даса Госвами. Он видел в жизни гор Кешурдас Бхабхати Махараджа, он был полностью отречен от всего. И как Прахлад Махарадж. Прахлад Махарадж, что он думал о том, что есть одна вездесущая татва, это Верховный Господь. И какая-то женщина пришла к Гуркишвардас Бабаджи Махараджу, сказала, что змея там. Вот только что зашла вам вот эту в комнату. Но Махарадж не испугался змеи, сказал, что где змеи, Кришна везде находится, даже в сердце змеи. А Майя Деви в форме женщины, она пришла, чтобы предупредить меня об этой змее. И вот в этой шлоке говорится, что подобно тому, как мы меняем устаревшую, изношенную одежду на новую, и также душа меняет старое тело на новое. Нет, никакого оружия не может убить эту душу. Огонь не может сжечь, вода не может намочить или утопить. Воздух не может высушить. И это статус души такой. И смотрите великолепие, которое имеет душа. И вот поэтому в Упанишадах говорятся такие слова. Никаких... ничто не может дать вам, никакое количество лекций, знаний не может дать вам представление об атме. О душе. Мы должны быть достаточно разумны. И все писания, они могут говорить о атме. И вот Веданта, она говорит, что душа подобна лучам солнца, частицам, лучи солнца точнее. И Веданта, она точно не говорит, она просто говорит, что Гунат Алаквад похожа на частицы света, она непостижима. Мы не можем использовать какую-то теорию, какую-то философию, чтобы дать представление о атме, о душе, наш ум, тело, органы чувств, они материальные. Как мы можем понять душу или Навадибдхаму, она трансцендентна. И Кришна говорит очень ясно, четко. Авбхакто аям ачин, авбхакто аям ачинто аям абикарио аям аччати. Тасма девам видидвайнам нану сочитум архаси. You cannot express this kind of mood. Мы не можем выразить, ты не можешь, ты не должен расстраиваться.
ты знаешь, что происходит на поле боя. Я рассказал тебе, что душа, она не может быть убита. И Кришна второй раз повторяет, и не может быть сожжена огнем. Она вечно существующая. So, и вот. Or at all, if you are like foolish, or at all like foolish man, if you think, atho chainam nityatam nityam va manase mrutam tathapi tam mahavaho nainam sachitum arhasi. Or at all, if you are not going to obey me, if you think the body in itself is going to die, take birth, still how you can, if you know that. А если вы знаете, что после того, как вы родились, смерть неизбежна и нет никакого решения для смерти, нет возможности избежать смерти. Она неизбежна для вашего материального тела. Это должно случиться, когда, как, это зависит от воли Верховного Господа, когда и как мы умрем. И вот Кришна говорит, что если вы не поймете эту санкхи-йогу, то хорошо, если вы приводите какие-то аргументы, вы можете просто думать, что это тело умрет. Если это тело родилось и умрет, то нет смысла сожалеть о таком неизбежном. Если вы думаете, что тело рождается, умирает, душа, она бессмертна, и материальные тела, они в какой-то момент умрут, и что плохого в этом? То те, кто родились, они умрут. И ты не должен сожалеть об этом, поскольку Jatasahi dhruva mittur dhruvam janma mitasacha. If somebody going to die, then take what again? Если кто-то умрет, он, несомненно, родится снова. Ты можешь видеть только это тело живых существ, поскольку когда вы появились в чреве матери, никто не знает. Когда только появились в чреве матери, потом развивались, родились, но никто не знает, кто. Так или иначе, душа, она появилась в чреве этой матери, потом ребенок рождается, ему дают какое-то имя. И после этого, когда это тело умирает, вы не найдете его. То есть вы не знаете, кто родится, и после смерти куда уйдет эта душа. Только между рождением и смертью вы можете наблюдать за этой душой. Кто-то играет роль полицейского, кто-то роль вора, кто-то роль святого, и таким образом это жизни подобно сцене.
в которой души играют свои соответствующие роли. И это все сцена, она украшенная Майей совершенным образом, и люди, занимающиеся своими этими. Играющие роли, они думают, что это их, как сказать, смысл всей жизни. Это должно случиться, и почему же ты сожалеешь о том, рожденный, он обречен на смерть, это неизбежно. И зачем же ты скорбишь о неизбежном? Ахати, значит, вы не должны сомневаться в этом. И вот я уже сказал вам, когда Четана Васту Атма, она освещает все тело. Как подобно тому, как вот есть одна лампочка, она освещает всю комнату, и мы можем видеть, что и что. И атма также во всем нашем, она, если есть в теле, то тело, оно живое. Yeah, useless body. I need to go to urine and for this that I become hungry to take prasad. Why? You have to feel this. Abhyaktani, bhutani, vyaktamadhyani, arata, abhyakto nidhanyani evo, tatro kapari vedana. Какова причина, по которой ты скорбишь? Ты ж не знал, кто придет, кто будет рожден, и что с этой душой случится перед смертью, ты ее опять никогда не увидишь. И о чем же ты скорбишь? Когда душа принимает только грубое тело, тогда можно как-то идентифицировать эту душу. Visa, passport, all possible for material body. For Atma, no visa. For Atma, no visa. Government cannot arrest. He is coming for Italy. Try to send him with Atma. This way actually, I am going to explain. И вот мы должны пытаться понять эту философию, то, что все то, о чем я говорю сейчас. Бадати татива чанья, асчадьяват чайнаманья сранати, срутьяпи енам, бедо на чайва кащи. Follow? This is the status of the condition. So now это шлока говорит об качествах души. И вот Махарадж отвечает на вопрос, заданный прежде. Панча-пандавы, они все спутники Кришны. Но какие-то деваты, они тоже пришли вместе с ними. Ямарадж, Арджуна, Индра, Павандев, Бхима. Ну, в общем, какие-то полубоги тоже явились вместе с пандавами, но Юдхиштхира Махарадж, вечный спутник Верховного Господа. И вот вопрос, почему Верховный Господь, если Он есть, но почему они так много страдают? Почему, если Верховный Господь есть, Он Кришна, и друг, Он их так любит, почему они страдают так много?
поскольку и это страдание подобно милости, Кришна организовал это все так. Кришна организовал так, чтобы если Кришна не сделал бы так, то мы не видели бы примеров, что вот Юдхиштхира Махарадж так страдает. И так они стали примерами для нас. Как Кунти Деви так много страдает и прочее, и как возможно, кто-то спрашивает, как возможно, что Ашватхама пришел и убил всех пять сыновей Драупади, хотя Драупади, она подруга самого Кришны, как это возможно, если Драупади не было бы преданы, тогда этот эксперимент нельзя было с кем-то повторить. Если с каким-то человеком такой же сделает, этот человек умрет от горя. Но Драупади, она не... Но когда даже Ашватхаму схватили и принесли к Драупади, что Драупади сказала? Арджуна схватил этого Ашватхаму, притащил как собаку. Но все же Драупади сказала, отпусти его, он сын гуру. Это настроение вайшнавы. Если Драупади не потерпела бы такого, не привела бы такой пример своим поведением, как бы мы могли узнать, что нам нужно делать? Она подобна мильному камню. И вот панчапандавы думали, что такая ситуация должна быть. И Драупади, Кунти Деви и все панча-пандавы, они думали таким позитивным образом, каковы признаки саду, каковы настоящие признаки саду, как определить, кто такой саду. Много признаков я говорил, и на день явления Гурудева я тоже буду говорить о признаках саду. Вы должны знать о том, что настоящий саду, он думает позитивно. Я объясню это. И хотя какие-то негативные вещи кто-то вот хочет поджечь, дом, например, ихний, то они думают, что это хорошо для них, поскольку как, если бы не было проблем, и таких беспокойств, как я могла бы думать о Кришне. Если какая-то проблема приходит, я сразу вспоминаю Кришну. О, Кришна, ты там есть. И поэтому Кунти говорит, ты сейчас уходишь, и все проблемы кончились. Нет, ничего не кончилось, проблемы только начинаются, поскольку ты уходишь от нас. И теперь мы независимы, никаких врагов нет, и сейчас настоящие проблемы начинаются. И что ты имеешь в виду? И тогда Кунти говорит, что ты уходишь в Двараку, и сейчас мы остаемся одни без тебя, и это очень опасно. Наша такая независимость, она не так хороша, как кажется. И вот мы должны помнить это, что Прохлад Махарадж говорит, не пытайтесь, не стремитесь к наслаждениям в вашей жизни, это наслаждения, они автоматически приходят, то, что уготовано вам судьбой, но мы должны стремиться совершать бхакти. И те, кто по-настоящему разумны, они никогда не стремятся к наслаждениям чувств. Чита. Что такое чита? Чита.
это мон, будхи, чита, аханкар. Это наше тонкое тело состоит из пяти элементов. Один из них чита. И чита, как можно определить? Вот. Это, ну, одну из составляющих нашего внутреннего «я», но, ну, согласно функциям, его функция этого читы, он подобен камере, она наблюдает за тем, что происходит, подобно видеокамере, куда бы мы ни смотрели. Это чита. Иногда мы привлекаемся или отторгаем какие-то вещи. У нас либо привлечение, либо отвращение к каким-то определенным вещам, согласно нашей карме, происходит. И вот привлечение или отторжение, оно подобно магниту. One picture, chitta taking and sending for processing into heart inside. Then the mind, это изображение обрабатывает, ты думаешь, что делать? Кого-то, например, увидел что-то неприятное и думает, это выгнать надо. И, ну, а кто наш враг? Только мы сами наш враг. Вот кама, кротха, вот эти Махарадж перечисляет, это шесть наших врагов. И в следующий день я буду говорить об этом возвышенный саду, почему они так возвышены. Это из Нити Шастры, очень прекрасная шлока. Если мы найдем, что какой-то человек великий саду, то, несомненно, он контролирует свои органы чувств, он спит определенное время, думает, его ум под контролем находится и все остальное, иначе как он так возвышен, обусловлен на душе, не могут этого делать. Вот Параматма в Упанишадах, она свидетелем называется, свидетелем. Я кратко говорю, и вот чита, он функции читы, видеть какие-то предметы, привлекаться, либо отвращаться от них. И ум, он думает, что делать, и какая обязанность ума думать снова и снова. Санкалпа, викалпа, и обязанность будхи, разума решать. И решение мы принимаем согласно нашим прошлым самскарам, впечатлениям сознания, как Дурьотхан. Дурьотхан знал, что это что-то плохое, но он не мог принять правильного решения. И вон, вот эти вещи, аханкар, это ложное эго. Без ложного эго никто не может жить. Ложное эго должно быть, но это ложное эго становится чистым эго. Когда мы встречаемся с Верховным Господом, мы получаем служение Кришне, и это ложное эго становится чистым эго. Как долго мы находимся в обусловленном состоянии, то с дживатмой ложное эго должно быть, но возвышенные души, которые совершают баджан, они избавляются от ложного эго. Это ложное эго становится чистым эго. Они знают, что я слуга Кришны, как Хануман говорит.
Раван, когда спросил у Ханумана, кто ты, и вот он думал, как же ответить. И Сита Деви пришла ему к тонкой форме и сказала, почему бы тебе не сказать, что ты слуга Рамы. И он сказал, что я слуга Рамы. И Раван засмеялся. Я думал, ты царь великой слуги. Я думал, что ты царь великой страны, а ты, оказывается, какой-то слуга. А Хануман сказал, да, ты слуга моя, а я слуга Верховного Господа. И вот у Ханумана есть такое чистое эго. Он знает, что он слуга Верховного Господа. Если бы у нас не будет такого эго, то мы никогда не сможем достичь успеха в баджане. Если мы не будем думать, что Кришна наш, если мы не будем любить Кришну, что тогда случится? Как Мирабай, что говорить о Радхарани? Вот Мирабай, он не в нашей линии находится, но все же он думал о Кришне как о своем муже, и Кришна был вынужден прийти к нему. Он должен был вынужден явиться. Но это ее, это Двараки баджан совершала. Но это Мирабай, она не под руководством Радхарани была, и поэтому в Двараке она была. Но так или иначе мы также ей поклоны приносим.